хотела получить полис. Ваш паспорт, пожалуйста. Полис можно получить, а медицинскую страховую компанию сменить один раз в течение календарного года. Превысить установленный законом лимит разрешается лишь в исключительных случаях – ликвидации прежней страховой компании или смене места жительства. Но в процедуре есть свои нюансы. На основании федерального закона застрахованное лицо имеет право осуществить замену страховой медицинской организации один раз в год, но не позднее 1 ноября текущего года. Хотелось бы отметить, что с 1 ноября по 31 декабря включительно замену страховой медицинской организации возможно только для людей, которые приехали из другого региона. Выбирая страховщика, поинтересуйтесь не только, какие услуги он оказывает, но и как. Компании сегодня идут в ногу со временем. К примеру, Акбарс Мед запустил бесплатное мобильное приложение. Оно позволит клиентам перевести полис и медкарту в электронный формат, записаться к врачу или подать жалобу. Наша компания предлагает скачать мобильное приложение, где вы можете оставлять свои жалобы, предложения, и все они будут доходить моментально до нашего офиса, и мы будем решать все вопросы вместе с вами. В Нижнекамске три медицинских страховых компании: Акбарсмед, Чулпанмед и Спасение. Если вы решили заменить ее, то полис можно оставить прежним, в нем просто сделают необходимую отметку. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР.